Валентину Сергутину здесь встречают с распростертыми объятиями. Она соцработник. Кстати, я вам лекарства ваши купила. Спасибо. Да, сотагексал ваш я вам принесла. Супруги Богатовы вместе уже 55 лет. С 1973 года живут в поселке Володарского. Владимир Иванович 6 лет служил на подводной лодке. А Галина Ивановна закончила текстильный техникум. Они более 30 лет отработали на фабрике имени Володарского. Что вы хотите, чтобы я завтра вам принесла из продукта? Холодные какие. На улице сегодня прохладно. Сердце горячее, да. Наверное. Валентина хорошая у нас. Хорошая, очень душевная, исполнительная. Что попросишь, она все исполняет. Мы очень довольны. Вот. Потому что сами уже где-то можем, где-то не можем. Смотря по здоровью. Вот сегодня мне не очень хорошо. В работе Валентины ключевым словом является слово «помощь». Она помогает на самом простом, бытовом уровне. Купить продукты, сделать уборку в квартире, приготовить обед, сбегать в аптеку, сопроводить в больницу, оформить справку в государственном учреждении. Дополнительные услуги по желанию наших бабушек и дедушек. В силу того, что они, допустим, если что-то не могут сами сделать, мы, конечно, им поможем. Вот, потому что, допустим, вот Галина Сергеевна и Владимир Иванович проживают на 9-м этаже. Вымыть окна на 9-м этаже, сами понимаете. Ну, даже и на 1-м, в силу возраста, это сложно. Вот, так что мы, конечно, это все можем делать. Вот, стараемся помогать. На обслуживании у Валентины Сергутиной 8 человек. Социальным работником она трудится уже 13 лет. Помогать людям, наверное, у каждого есть такое желание, да, где-то, может быть, не каждый это может сразу осознать, что да, я хочу там помогать людям. Да. Некоторые мои получатели социальных услуг очень долго у меня на обслуживании, я к ним привыкаю, они для меня действительно становятся вот, ну, родными, да, то есть я уже знаю все их болячки, допустим, да, вот, что они, допустим, вот любимые продукты, можно сказать так, да, то есть мы это уже все знаем. Следующая по графику – Таисия Николаевна Черновол. Таисия Николаевна находится на обслуживании у Валентины уже 5 лет. Как ваше давление, расскажите? Сегодня меня не радует, почему-то повышенное. Да? Да, 150. Угу. После больницы это первый раз. Угу. Не знаю, наверное, чего-то не допила. Или атмосфера, может быть, да. Угу. Потому что были дожди, теперь вот видите, погода меняется. Да. Так что смотрите. Вот это сильно на меня влияет, сильно. Таисия Николаевна очень любит принимать гостей. Валентине ценит то, что с ней легко и просто общаться. Можно разговаривать на любые темы. А для пожилых людей это едва ли не лучшая терапия. Я считаю, что, может быть, я ей, ну, как-то, ну, в тягость. Все-таки не очень приятно молодым выслушивать всякие горести. То тут болит, то там болит. Так молодым выслушивать это. Она терпелива ко мне, как-то выслушивает. Я очень рада и очень довольна. Она настолько внимательная девочка, вот, что иногда даже поражаюсь. Если она что-то в магазине, и я заказала, например, одно, а там такого нет, она мне звонит, вот этого нет, а вот если вот это, я говорю, а давай попробуем. Социальный работник – это не просто профессия, это призвание, достойное людей неравнодушных, с открытой душой и добрым сердцем. Такой человек дарит людям добро, милосердие и надежду. Ежедневно идет в дом к ветерану войны и труда, инвалиду, одинокому, пожилому человеку и в силу своих возможностей облегчает им жизнь. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.